Бхиддате хидая ганти чидданте сарва саншая кьянте часа кармани дриштани ватманишвари. Бхиддате хидая ганти чидданте сарва саншая кьянте часа кармани дриштани ватманишвари. Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, as soon as we get detached from Anantadev, then we feel different kind of dissatisfaction. Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, как только мы потеряем связь с Анантадевом, то множество проблем возникают и приходят какие-то препятствия. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, как только мы отделяемся, потеряем связь с Анантадевом, различные недовольства, беспокойства, они приходят и захватывают наше сердце, и мы чувствуем себя беспомощными. Вся окружающая обстановка, она пытается как-то напасть на нас, какие-то проблемы создать вот такого положения. И без Гуру Вайшнавов и Бхагавана нет пути. Особо те, кто не получили милости Гуру и Вайшнавов, они не могут получить никакой возможности к продвижению, поскольку в этом материальном мире бесчисленные дживы, они получают милость через Тат-Шакти и Тат-Пракаш. Бхагават-крипу мы не можем получить прямо. Обычно мы получаем ее через Тат-Шакти и Тат-Пракаш. И поэтому много раз я говорил, Гуру-таттва или Нитьянанда, изначально Гуру-таттва, сегодня день ухода Шрилы Рагхунатха Даса Госвами Прайоджан Таттва Ачарьи. И также сегодня день явления Гуру Шакти Шри Вишну Придеви. И я хочу сначала сказать что-то о Бхакта Татве. Так много татв, которые нужно обсудить сегодня, а времени мало. Сегодня день ухода Шрилы Рагхунатха Даса Госвами Ачарьи Прайоджан Таттва. Он Ачарья Прайоджан Таттва, но будьте осторожны все. Санатана Госвами Пад, Гопал Бхатта Госвами Пад, Рагхунатх Дас Госвами, а кто нет? Все они плачут и говорят, что мы рупануги. Перед тем, как говорить о себе как о преданном рупануге, пытайтесь подумать снова и снова. И вот перед тем, как называть себя рупанугой, нужно тысячу раз подумать, может быть, это из-за влияния майи мы хотим назвать себя рупанугой, это не шутки. Даже Рагхунатх Дас Госвами перед тем, как оставить тело, в то время Рупа Санатана, они все ушли. И вот перед тем, как оставить тело, Шрила Рагхунатх Дас Госвами плакал и говорил, что я хочу увидеть лотосные стопы Дживы Госвами. Я хочу увидеть его лотосные стопы. Я плачу и молюсь об этом, чтобы увидеть его лотосные стопы Шрилы Дживы Госвами Пада. Мы не можем понять,
И почувствовать сердце Гуру Вишнава в этом главная проблема, и как наше сердце может быть в гармонии с их сердцем. Вот в этом киртане мы можем повторять такие слова, очень просто повторять эти слова, но почувствовать это очень сложно. Чувства мы не можем купить, мы можем какие-то деньги получить, какое-то могущество, какую-то власть. Но чувства, где его взять? Капля чувства нельзя получить, если мы не будем следовать чистым Вайшнавам. Все наше образование, все наше... Все остальные материальные достоинства не могут помочь нам обрести настоящего чувства. Мы должны изучать, учиться от чистых гуру Вайшнавов. Весь мир поклоняется им. Те, кто совершают баджан, те хоть кто немного понимает их значение, какое... Чем могут пожертвовать Гуру Вайшнава в своей жизни? Даже во сне мы не можем представить этого. Они всю свою жизнь приносят жертву ради Верховного Господа. Если что-то делать для того, чтобы обычные люди были довольны, это очень просто и дешево. Можно как-то сладко говорить, прощать всех их недостатки, но спасти какую-то обычную душу – это насколько сложная задача, это тяжело представить. Чтобы спасти какую-то обычную душу, естественно, обусловленные души, куда-то под влиянием майи они попадают. И вот Рагхунатх Дас Гасай, он плачет, когда Санатан Гасвами Пад ушел. Рупа Гасвами Пад ушел. И вот Рагхунатх Дас Гасай, он очень жалел об этом. И И какое чувство? Рагхунатх Дас Госвами, он плачет и говорит. Я не был готов принять этот нектар, я был занят ядом. Мы можем часто наслаждаться, но если майя, она поместит нас в океан страданий, то мы будем очень сожалеть об этом. Это место, оно не вечное, оно временное. И когда мы осознаем настроение Гуру Вайшнавов, и поэтому Шрила Прабхупад говорит, если мы получим вкус Анани Баджан, Анани значит на Ани. Если мы достаточно удачливы, чтобы получить вкус этого уникального баджана, Анани Баджана, то тогда мы не сможем оставить лотосные стопы Гуру Вишнава. Это невозможно. Когда Вайшнавы, они уходят из этого материального мира, то тогда это Камакхья Деви Притхиви Ма, она плачет. Когда Харидас Тхакур ушел и все остальные,
Это земля Притхивима, она плакала. Было такое сокровище, которое ушло. И вот когда какой-то вайшнав уходит из этого материального мира, земля чувствует себя беспомощной. И Рагхунат Дас Госвами, он плакал о том, что он не мог принять нектар, но мой Гуру Падпадма, его Шикша Гуру, он хотел дать мне каплю нектара. Я сказал, нет, я не могу принять. И вот Шри Кришна Чайтанья Махапрабху говорит Санатане, о Санатане, любая философия, любые описания, они бесполезны, любые слова, они бесполезны, что я могу сказать. Кришна, он океан красоты, океан расы, бесчисленный, безграничный океан расы. Если обусловленная душа сможет получить хотя бы каплю с этого океана, она почувствует себя необычайно удачливой. О, Рупа, пытайся получить этот вкус, о Санатана, этот вкус этого океана нектара. И вот таким образом Санатан Госвами Пад, он дал каплю этого нектара Рагхунатху Даса Госвами. Рагхунат Дас Госвами вспоминает, and kissing, you take the, no, I cannot take it. It's because the bitter medicine. Very carefully giving the nectar. И вот когда вот Махарадж приходит, примется, мать дает какое-то что-то вкусное ребенку, ребенок сначала не хочет, но потом, когда он распробует эту вкуснятину, он просит еще и еще, как в случае с Парамахамса Ачарья Варья Шилой Шукадева Госвами. In personal Brahma, I was like, you know, drunkard, boom. Он сравнивает свое состояние, когда он достиг безличного брахмана, но потом что случилось? Ясадев Госвами, он через своего ученика послал каплю нектара в форме шлоки из Бхагаватам, и когда он услышал эту шлоку, он прервал свою медитацию. Медитация преданных, когда они говорят харикатху, делают какое-то служение тут и там, это совершенная медитация. А если кто-то просто сидит в какой-то пещере и пытается думать о безличном брамане, то что толку от такой медитации? Естественно, обусловленная душа, она имеет такой обусловленный ум, как который подобен ртути в термометре. Махапрабху такой пример приводит. Если эта ртуть разобьется, этот градусник, и ртуть вылится оттуда, то ее собрать потом практически невозможно. И также ум, он настолько беспокоен. They like to overlook this vital point. All Shastra, or final decision, they are speaking. Mano eva manusvanam karano bandhanam akshayo. That your mind, whom you are going to help responsible for your misery? И вот Шастра говорится, что ум,
Это причина нашего рабства. Привязанность ума. И вот этот ум — это причина нашего рабства, и этот же ум, он сможет стать причиной освобождения. И вот получить контроль над умом — это первое. В любой жизни, что бы мы ни делали, если мы не достигли успеха в обретении контроля над своим умом, мы не сможем начать никакой баджан. Это невозможно. Все наставления, данные в Писаниях, в Бхагаватам и в прочих, первое. Все они дают нам совет обуздать наш ум, поскольку беспокойный ум, он ничего не может. Не может оказать никакой помощи нам. И в этом главная проблема. И вот, смотрите. В начале всего Санатан Госвами Пад, он хотел... Дать нектар его Рагунат Дас Госвами, он не какая-то обычная личность, он Рати Манджари. И вот он молился Радхарани. Вот он произносил такие слова. О, Деви, о, Радхарани, забери меня, я не могу жить без тебя, я твой. У меня нет никакой цели жизни, кроме тебя. Я не могу жить без тебя, я умру. И вот если ты не прольешь на меня свою милость, я оставлю свое тело. Ты корона Синду, ты даешь милость самому Кришне, о Радхарани. Кришна не может жить без твоей милости. Можешь ли ты не дать мне своей милости? И таким образом Рагунат Дас Госвами плакал день и ночь. Какое влечение мы должны чувствовать к лотосным стопам Кришны и Радхарани. Вы думаете, что это какие-то шутки Рагануга Баджан, Рапануга Баджан? Нет. А какое влечение мы должны чувствовать? Если мы поймем настроение Рагунатха Даса Госвами, вот Рагунат Дас Госвами, он написал так много всяких произведений, и вот в этой Двадаш-сваньям, она также написана отдельно Шилой Бхактивинода Такуром, и те, кто хотят возвыситься на тот уровень, они должны читать это каждый день. Шрила Бхактивинода Такур в последний момент, он с закрытыми глазами произнес эту Саньям Двадашаку. Она говорит о его личном служении, никто не может остановить его от совершения его служения. If we put some impression in stone with engrave, after that you like to like seal it, you know, we write. No, you cannot do. Вот и приводится пример, что Рагунат Дас Госвами, о нем говорится. Рагунатер ниом яно пасане рекха. If you put some engrave some thing in stone, if you like to erase, no.
пример приводится, что если на камне что-то выгравировать, то стереть не так просто, как написанное карандашом на бумаге. И вот у него был такой принцип, что сделать или умереть. Мы должны следовать всем правилам и предписаниям. Если мы хотим обрести Кришну в этой жизни, поскольку если мы произошли из какой-то Африки, например, это еще не значит, что мы не можем обрести Кришну в этой жизни, с какой касты, с любой ситуации, с любого положения, из которого бы мы ни происходили. У нас есть возможность обрести Кришну, но нужна такая непоколебимая решимость. И поэтому многие не могут обрести Кришну, делают что-то на показ или недостаточно искренне и серьезно. Кто-то считает вайшнава только те, кто говорят сладко и никак не беспокоят других людей и считают их великих вайшнава, как человек Кешава Госвами Махарадж не вайшнавами. И прикрывается вот эта шлока из Бхагаватам, что нельзя беспокоить других. Но если кто-то, чем вайшнав может пожертвовать в своей жизни, кто-то может говорить какие-то жесткие слова, чтобы показать нам верное направление, и не все могут увидеть то, чем пожертвовали Гуру Вайшнаву в своей жизни, поэтому в чем-то могут их обвинять. Можно видеть, что как-то сладко, красиво говорят обычно всякие мошенники. И поэтому Рагхунатх Дас Госвами, его правила и предписания настолько строги. Он повторил каждый день два лакха харинама. 200 тысяч святых имен он кланялся каждый день. Приносил полный распростертый поклон 2000 вайшнавов каждый день. То есть никто не может даже 200 поклониться 2000. Причем он физически кланялся каждому из этих 2000 вайшнавов, произносил их имя и кланялся. И вот мы должны вспомнить всех вайшнавов и хотя бы в уме кланяться им. Если не можем помнить 2000, можно сотню помнить, или хотя бы 10, и то хорошо. Рагхунатх Дас Госвами, он каждому из этих 2000 вайшнавов, он приносил полный распростертый поклон, он прайоджантатва ачарья. Бишвани Дурьон, Сада Каме Рато, Нахи Мару Панагуно. I have no qualities, Гопинат. If you want to search, you can have в этом киртане Гопинатх, Мама Невидона Шуна, там говорится: о, Гопинатх, у меня нет никаких качеств, это твоя обязанность пролить милость на меня. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он часто пел этот киртан, и Шрила Прабхупада, он слушал. Однажды на радио пел, и Шрила Прабхупада был в Дарджилинге и слушал по радио, как Шрила Пури Госвами Махарадж пел. Это чувство Гуру и Вайшнав, и вот Рагхунатх Дас Госвами, он пишет, он написал вот эту Саньям Двадашаку, он
следовал каким-то 12 правилам и предписаниям, чтобы обрести нить от своего. Бхактивинода Тхакура также написал эту сваньям, Двадашаку Бабаджи Махарадж напечатал также, опубликовал еще раз. Когда Шрила Бхактивинода Тхакура написал, это один раз было опубликовано, и потом, по милости Бхактивинода Тхакура, еще раз Бабаджи Махарадж еще раз написал, опубликовал эту аштаку. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он в последнее время своей жизни он произносил многие шлоки, плакал и повторял Харинам. Кришна Према – это наше наилучшее решение всего. У Вайшнавов и у Бхагавана есть настоящая любовь к нам. А почему плачем о чем-то? Гопишодас Бабаджи Махарадж говорит. Кто-то спрашивает о Бабаджи Махарадж, как обрести Кришну. Мы должны плакать день и ночь о Кришне, и тогда возможность будет Кришна. Он очень труднодостижим. Брахма Шанкар, они хотят обрести даршан Кришны, но это не так просто. Идами чами ни саммата вачута тадарпивя тадамикипад бхутавичим Кришна Дева Бхавантам Банде Кришна Дева Бхавантам Банде. И вот мы должны этот киртан петь. Он очень прекрасен, но Кришна, в нем говорится, что Кришна настолько труднодостижим. И вот Рагхунатх Гасай Шри Чайтанья Чаритамрите говорится. Там пример приводится, что если сегодня кто-то думает, что сегодня, если может Лакхаринама повторить, то повторяет, а завтра там времени не хватает, только 25 кругов может, но это не ништха. Ништха, если мы каждый день принимаем решение воспевать лак святых имен. Мы должны следовать тем обетам, которые мы приняли. Это называется ништа. Кто-то оскорбляет Кешава Госвами Махараджа, если мы слушаем это. Это оскорбление с нашей стороны, слушать такие оскорбления Шрилы Кешава Госвами Махараджа. И мы должны иногда действовать как собака, чтобы защитить честь Гуру Вайшнавов. И вот если у нас есть любовь к Гурудеву, то мы, у нас также должно быть уважение ко всей Гуру-таттве. А если мы не понимаем значение Гуру-таттвы, то тогда можно совершить какое-то такое неосознанное оскорбление. Рагхунатдас Гасай, я могу рассказать о паре случаев с его жизни. Вот на хинди есть такая поговорка, что если вы достаточно разумны, какой-то намек он достаточен, чтобы вы поняли суть. И вот Саки Манджари, когда Вриндадеви, она просто смотрит на них, они уже понимают, что это Вриндадеви хочет от них.
То есть они понимают не только не просто с полуслова, а с полувзгляда даже. А иногда бывает, что нам Гурдев что-то говорит, а мы и то понять не можем. Vishaya Sangara, so many examples I can give. What is the situation of a devotee in the way of his bhajan? Vishaya Sangara, I think so clearly. Follow. Different day on stage. So without the keep of Sarvashakti, not possible. Вот он описывает состояние преданного на каждом уровне его баджана. Без милости Сарупа Шакти это невозможно. Шанкара Бхагаван, он Гурудев, Нарада Баладев. И по милости Гурудева Рагунатх Дас Госвами он обрел такую ништху. И какова же была эта ништха? Все очень. Рагунатх, он пытался уйти из дома, но отец посылал каких-то охранников, чтобы они его опять привели домой. И вот он несколько раз пытался уйти из дома, и последний раз мать сказала отцу, что почему бы его на цепь не привязать, чтобы не уходил. И отец Рагунатха заплакал и сказал, что за... Смотри, у тебя такая прекрасная жена, подобно ангелу. И столько богатства, столько роскоши. И отец сказал, что даже несмотря на такую роскошь, богатство, прекрасную жену, он уходит из дома, то что толку от каких-то цепей? Если это не может его привязать к нашему дому, то что толку от какой-то цепи? Ну, тот, кто предался, буквально предался Гуранге Махапрабху, кто может остановить его? Тот, кто уже предался Гуранге. Те, кто хотят обрести лотосные стопы Гуранги Шичитани Махапрабху, кто, у кого, кто принял такое решение, кто может остановить его, никакое могущество, никакое богатство, никакое, никакая власть, ничто не может остановить его от достижения его цели. Он решил и достигнет, и никто не может остановить его. И вот Рагунатх, он ушел из дома с таким твердым решением. И вот Бабжимаш тоже ушел из дома, что-то сказал родителям для отвода глаз и ушел. А что делать, иначе они не смогут отпустить нас. И после этого Нитянанда, он... Когда он пролил на него свою милость, когда и вот Рагунатх жаловался Махапрабху, что он пытался уйти из дома, но его постоянно ловили и возвращали. И Махапрабху сказал, что сейчас ты можешь уйти. Нет. Он сказал, что иди домой и живи там спокойно, и в один день ты достигнешь успеха в своем оставлении дома, не пытаясь эту отреченность выставлять на публику. Я знаю, что ты отречен от своего дома, но иди живи дома и... являет такую юкта вайрагью, то есть живи дома, но не привязывайся ни к чему. И вот отец Рагунатха обрадовался, что он пришел домой, и вроде бы настроение его
улучшилось, уже нет такой у него отреченности и склонности уйти из дома. И вот они обрадовались, что вроде бы все наладилось, но вскоре, когда эти охранники расслабились, и все домашние тоже расслабились, что он вроде бы нормализовался, но Рагунат в этот момент как раз ушел из дома. И после этого Рагунат, он хотел буквально предаться лотосным стопам Махапрабху, но это неправильно, нужно сначала, это нужно сначала предаться лотосным стопам Нитянанда. И вот Нитянанда, когда пришел в Панихате, он сидел под деревом баньяна, он сиял подобно десяткам миллионов солнц, и все его спутники, они были там, и вот Рагунатх узнал, что Нитянанда там, и он пошел к нему. Гурупад Падма, он шутил со мной. Гурупад Падма вот шутил, он такие слова говорил, но что? И вот ты не приходишь ко мне, ходишь там и тут, а сейчас ты пришел ко мне, я могу поймать тебя и наказать. И он, Рагунат, сказал: да, не тебе надо, накажи меня, мы хотим получить такое наказание от Гуру Вайшнавов. Когда Гуру Вайшнавы могут наказать нас, отругать. И Шрила Прабхупад, он иногда ругал Кешава Госвами Махараджа. Кешава Госвами Махарадж, он после ухода Шрилы Прабхупады, он говорил, кто же может показать, так ругая, показать настоящий путь. И вот сейчас Шрила Прабхупад ушел. И таким образом мы потеряли всю возможность. И вот сейчас Нитянанда позвал Рагунатха, и он поклонился ему, принес полный распростертый поклон. И Нитянанда, он поместил свои лотосные стопы на его голову. In front of Prabhu, Prabhu, every time I'm trying to go away, my desire, strong desire, is my strong desire, the only goal to get the lotus feet of Chaitanya, how to go, you arrange Nitya. Госвами сказал, что у меня есть цель обрести милость лотосных стоп Шримана Махапрабху, и Нитянанда сказал, что не волнуйся, вскоре ты обретешь милость лотосных стоп, и он дарует тебе служение. И вот Баладев Нитянанда, он так сказал, это вскоре сбылось, поскольку милость, сейчас он стал зрелым, он созрел для того, чтобы обрести эту милость, и вот то, что сказал Нитянанда, все сбылось. Когда он дошел до Гамбхиры, он встретился с Махапрабху, и Махапрабху был очень доволен видеть его и сказал: через спустя долгое время ты пришел ко мне, это очень хорошо. Он дал наставление Говинде: о, Говинда, ты должен позаботиться о Рагунатхе, он пришел из дома. Еще ничего не ел, не спал, ты должен позаботиться о нем. И когда Рагунатх, он уходил из дома, он оглядывался, нет, никто или не следит за ним. И он не шел по прямым дорогам, шел через какие-то леса и колюч, и ничего не ел и не пил по дороге. Иногда случалось, что в домах каких-то
пастухов, он немного пил молока, воды, и немножко спал и дальше шел. И еще он всего лишь там несколько раз принял просад за это время. И Махапрабху, он дал Рагунатху, дал обязанность Сварупа Госвами заботиться о Рагунатхе. Сварупа Госвами, он Ачарья Всей Сампрадаи. Все Гауди Сампрадаи, если кто-то говорит, что кто-то вайшнав, а кто-то не вайшнав, а кто он такой, чтобы судить такое, мы не можем дать такую возможность кого-то определять каким-то недостойным людям. А Сварупа Госвами, он самый достойный из всех. Сварупа Госвами, он может дать нам буквально сертификат о том, что мы, у нас все хорошо, что мы достигли такого невычного. Вот Сварупа Госвами, он подобен этому ювелиру, который может определить, золото это или нет. Так и Сварупа Госвами может, это вот как ювелир этим Кошчипатой. Они определяют, золото это или нет. И так они определяют чистоту золота, и также кто-то, если хочет действовать как ачарья, говорить харикатху или что-то, мы должны получить буквально сертификат от Сварупа Госвами, чтобы он сказал, кто мы есть на самом деле. И без такого одобрения Сварупа Госвами мы не можем одобрить чьи-то действия. All your activities can prove in what situation you are into. So now, Raghunath Gosai. И вот Рагунат Госвами, он получил милость Махапрабху. Он хотел спросить что-то у Махапрабху, но не смог. Он спросил у Сварупа Госвами этот вопрос. Then Sarva Rahu like to put some question to you. What question? I already gave. И Сварупа Госвами сказал Махапрабху, что хочет спросить что-то. А Махапрабху сказал, чтобы он сам ответил на его вопрос. Он сказал, все, ты можешь узнать у Сварупа. И даже я не знаю то, что он знает. Я уже дал тебе его, он ачарья и может ответить на любой вопрос. Акинчан хайя садат бруже кришнанам лабе. Don't try to hear bad material things. Не слушай каких-то материальных вещей. Грамякатху, не говори ничего о материальных вещах. It can throw you. Mind is always moved by strong wind. One material thing coming, throw. Если какие-то материальные вещи придут на шум, то на шум он его буквально снесет этим материальным потоком, он будет метаться по различным направлениям. Но Таттва-гьяни Пуруш, он может почему говорить харикатху, поскольку его ум, он стабилен, он не разбегается по различным материальным темам. Когда они смотрят на кого-то, они видят душу, которая пребывает в этом теле, и поэтому их зовут Атмадарша, они могут чувствовать все. И такие гуру-вайшнавы имеют огромное могущество, они могут говорить подобно огню.
А почему? Поскольку у них есть прямое чувство. Они видят, что все в этом мире, оно временно. А мы заняты какими-то внешними формами. Но Махапрабху никогда не учил нас так. И вот он сказал, Балана Акаиби, Балана Парибе, то есть мы не должны стремиться к какой-то изысканной, очень вкусной еде и каким-то из склонности красиво, богато одеваться. То есть, смотрите, если мы контролируем язык, то все наши остальные органы чувств, они тоже будут под контролем. Если мы сможем контролировать все органы чувств, но язык не сможем, то нельзя сказать, что мы джитендрия, то есть то, что мы обуздали наши органы чувств. Язык, он часто стремится к каким-то нечистым вещам. И много споров на это. Иногда между мужем и женой идут на тему, что есть. Follow. Why going to put sandal to husband? Chappal to husband, right? Practical case. Practical case. Иногда мужа видишь, что жена бьет мужа тапку. Так Махараджи какой-то знакомый есть. Он лет 30 назад жаловался ему, что жена бьют его тапком постоянно, и дочь тоже, да, не любят, что они этот, и муж, он пытается баджан совершать и как-то препятствует всеми способами, и вскоре эта жена заболела раком, и доктора сказали, что надежды на выздоровление нет, и вот муж ходил на работу, потом посещал жену в больнице, и жена в итоге раскаялась, что зря эти тапком била всю жизнь. За то, что вот он в баджан совершал. И вот таким образом Рагунатх Дас Гасай, его отрешенность, никто не может имитировать его непривязанности. Никто не может говорить. Как говорить? Просто словами мы... Мы пытаемся сказать то, что мы представляем, но никаких слов недостаточно описать ту отрешенность, ту непривязанность, которая была у Рагунатха Даса Гасая. И вот невозможно представить, если я буду говорить о нем, это займет очень долгое время. И сам Махапрабху дал ему Гавардхану Шилу. Гунджамалу, а как он знает? Он знает, что он проезжен Татва Ачарья. Гуру Варгана говорит, что мы глупы, не можем понять. Что значит Гирирад Шила? Это Кришна, а Гунджамала значит Радхарани. Он дал ему обоих их, это доказательство, что он Прайоджан Татва Ачарья. Я сейчас еще несколько вещей скажу о нем, а в будущем, если будет время, я могу говорить дольше, больше и больше. И вот там Рагунатх Дас Гасай, я скажу несколько вещей о нем. И вот однажды он ел немного йогурта, и тот
у него диета была, что раз в три дня он немного йогурта ел. И три раза в день принимал омовение в Радхакунде. И Санатан Госвами, он разгневался, что ты не следуешь нам, почему? И вот он принимал омовение в Радхакунде и молился Радхаране, и там тигр рядом с ним воду пил. Санатан Госвами посмотрел и разгневался, почему ты не следуешь. И с тех пор Рагхунатх Дас Госвами, он поселился в каком-то Баджан-Кутире, до этого просто на улице жил. И там, опасность была, что если жить на улице, то там тигры, которые тоже там жили, могли съесть его. И поэтому Санатан Госвами сказал, чтобы он не был настолько отреченным. И вот Рагхунатх Дас Госвами вынужден был поселиться в каком-то баджан-кутире, и вот он ел раз в три дня эту вот, то ли йогурт, то ли пахту, то есть что-то такое. И однажды один в Раджавасе пошел в Сакистали и принес ему какой-то большой емкость с этим йогуртом, ну, большую емкость принес, а это было на листе каком-то, и когда он увидел это, он выкинул. А почему? Поскольку это место, с которого он принес, это было место Чандравали. И поэтому из-за того, что он имел огромную любовь к Радхаране, он не мог принять ничего с места Чандравали. No trace of bhakti you can get. If you have no affinity, Guru Vaishnava. Если у нас нет любви к Гуру Вайшнавам, мы не сможем получить ни капли бхакти. Если мы хотим использовать репутацию Гуру Вайшнава в своих целях, то мы просто глупцы. Сегодня или завтра это станет причиной нашей смерти. Хотя может кто-то нас назвать каким-то мировым ачарьей, если мы так используем славу Гуру Вайшнава в своих корыстных целях, то это станет причиной нашей смерти и смерти всех наших последователей. Это наставление Писаний. И вот Рагхунатх Дас Госвами, он поет джантату ачарья, день и ночь он плачет, совершает харинам. Харинам, харикатха и хари, они не отличны. Рагхунатх Дас Госвами, он плачет, он три раза принимал омовение в Радхакунде, и однажды Рагхунатх Дас Госвами, он смотрел, он увидел эту Матьяна Калялилу, Саки Манджари, они играли в какие-то водяные лилы с Кришной. Где можно говорить на такие возвышенные вещи, но после того, как они Радхарани, Лалита, Вишак и все остальные приняли омовение, это Гамча. Радхарани, она уплыла, и Рагхунатх Дас Госвами, он прыгнул сразу же и поймал эту Гамчу и отдал ее Радхарани. Что говорить о Рагхунатх Дас Госвами? И вот еще какой-то Бабджи Мараш был, тоже так в медитацию погрузился.
и был в Манасе Ганге 7 дней непрерывно. И вот он хотел какое-то эфирное масло Радхарани предложить, но по дороге разбил эту бутылку с эфирным маслом. И преданные, которые там были, они не видели этого эфирного масла, но аромат он всюду распространился. Это мы должны думать, в какой ситуации мы находимся, чтобы у нас была возможность продвигаться дальше. Then I can come to you. If you say we are okay, then okay, you stay okay. No problem. Guru Vaishnava can help you. Guru Vaishnava, они могут помочь нам. In your emancipation, в нашем освобождении. When you feel, когда мы почувствуем, что мы, у нас будет чувство, что мы умираем в океане этих страданий, и будем звать к Верховному Господу, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, когда он будет такое чувство, то тогда Гуру Вайшнава и Шрила Прабхупада, они придут к нам и спасут нас, как мать, когда она работает по дому и она, чтобы ребенок не отвлекала, она дает какие-то игрушки этому ребенку, а когда ребенок ему надоедает играть с этой игрушкой, он начинает плакать и звать мать, и тогда мать, и только тогда, когда этому ребенку надоест играть с игрушками, то он, она сама приходит к ребенку. И также Гуру Вайшнава, когда у нас есть настоящая потребность в Харикатхе в том, чтобы избавиться от влияния материального мира, а до тех пор, пока нас устраивает все наше материальное положение в этом материальном мире, то мы не сможем дальше продвигаться. Это будет подобно игрушкам, которые дает мать для успокоения ребенка. И вот Махарадж, однажды Махарадж Силигури был, там три раза Харикатха было каждый день. И там одна ученица Вамана Госвами Махараджа и ее сын, они пришли, чтобы Бабаджи Махараджу как-то помочь. Ну, и куда-то везли Махараджа, и эта женщина, она говорила, что да, я хочу в этой жизни обрести Кришну. И Махарадж решил проверить. И вот после того, вот они ехали, она говорит сыну, что прибавь это. Она сказала, что прибавить мощность кондиционера, чтобы похолоднее было. Махарадж засмеялся, что вроде как она хочет Кришну обрести, а не может потерпеть даже каких-то неудобств в виде жары. Если мы полагаемся на какие-то деньги, на какие-то другие материальные вещи, думаем, что они смогут спасти нас, то это не так, они станут причиной нашей смерти, и таким образом мы не можем говорить о бесконечной славе Рагунатха Даса Госвами. Сегодня день его, и вот сегодня также день явления Вишнуприи Деви, Гора Шакти, Вишнуприи. Сегодня день явления многих вайшнавов, и нужно вспомнить о них, чтобы очиститься. И
что-то особое скажу, и те сахаджи, они часто путают Радхарани и Вишнуприя. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Гауди Гоштипати, он всегда говорит, что они глупцы, они не могут понять особенность Радхарани. Они не могут понять особенность Вишнуприи Деви. Они находятся... Они не могут найти баланс, гармонию, что Радхарани Кришна – это сам Бог Виграха. Но во всей лиле Вишнуприи Деви и Гуранги мы не можем видеть ни единого случая этой сам Бог Виграхи. Это Випраламбха Виграха. Без сил Прабхупады Бхактима Такура весь мир, он слеп. Мы не можем видеть, и не нужно создавать какую-то свою собственную философию. Так можно стать сахаджиями. Без сил Прабхупады и Бхактима Такура мы слепы. Мы нельзя называть себя гаудиями. И вот Шрила Прабхупада говорит, что есть что, то это может показать нам Шрила Прабхупада. Никто, кроме него, у многих свои какие-то харостные интересы. Как мы можем говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, тогда, когда нам надоест этот материальный мир, эта слава, почет, уважение в материальном мире. Но Вайшнави Пратиштха Тата Гуру Ништха – это нечто великолепное. Вайшнави Пратиштха, она не может осквернить наше сердце. Вайшнави Пратиштха – это она очень прекрасна, поскольку Вайшнави Пратиштха, она исходит сверху, и она не может осквернить наше сердце. И вот Шрила Прабхупад говорит, что Вишнуприя Деви, она Випраламбха Виграха, и она ачарья номер один. Она показала нам, как нужно совершать баджан совершенным образом. И какие-то глупые люди, они говорят, что если мы поклоняемся Го Вишнуприи, это достаточно, и не нужно поклоняться Радха Говинде. Но это глупо. Вы не понимаете, что Гауранга Махапрабху в форме ачарьи, в форме преданного, может показать нам настоящий путь. Шрила Бхактивинода Тхакура ответил, в Арчан-марге, на пути Арчана, мы можем поклониться Гур Вишнуприи, но в Баджан-марге, Гоу-гададхара. И не все могут понять, что я хочу сказать. Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел показать это. Хотя я знаю, что Шри Чайтанья Махапрабху, он сам Верховный Господь. Свайамбху Бхагаван, Кришна, Нанданадан, он Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, но так или иначе, Шри Чайтанья Махапрабху имеет некую особенность. Он никогда не говорит, что поклоняйтесь мне. Он говорит, поклоняйтесь Кришне, я поклоняюсь Кришне. И никто не понимает. Много вроде бы внешне разумных людей спрашивают у меня, когда мы идем в Майяпур, мы находим Радха Говинда и Гауранга там. И почему? И суть в том, что мы должны совершать баджан Радха Говинде под руководством Шри Чайтанья Махапрабху. И в этом суть. И какие-то глупые люди на той стороне реки, в Навадвипе, они говорят, что если поклоняться Гуру Вишнуприи, это достаточно, не нужно поклоняться Радха Говинде. Но это глупо, кто сказал. Они организуют джулан ятру Гуру Вишнуприи, что полностью запрещено. Если вы что-то понимаете о Расататве, то поймете, что это все глупо с начала до конца. Перед кем я могу говорить? Если я даже скажу, что называть Туласи матерью, это
неправильно. И Радхарани, мать, называть это тоже совершенно неправильно. И как вы можете войти на путь Рагануга Баджана, это Расабаса, Сиданта Вирот, Иса Махапрабху, он видел это пересечение раз, то он очень гневался, если, как, например, Ватсаля Раса и Мадхури Раса, они не могут существовать одновременно, как Яшода, она никогда Расалила не смотрит и не участвует. И многие даже таких простых вещей не могут понять, а как они могут Харибаджан совершать. Те, кто совершают Кришна Баджан, они очень умные. Умные не как вороны. Вайшнавы, они очень умные, разумные. Ну, а вороны, например, они очень умны в нахождении какого-то мусора. Но связи с Кришна Баджаном нету. Вишнуприя – это Апракрита Сарасвати. Как мы знаем, сегодня день явления Вишнуприи. Джагнадас Бабаджа Махарадж, он говорит, сегодня день явления Вишнуприи. Что действительно, и Шрила Прабхупада, он в Вайшнава календаре он написал, что сегодня день явления Вишнупридеви. И вот вся эта Випраламха Виграха, вся лила, и когда Господь, и по милости, и когда Махараш написал книгу Вишнуприи на Бенгале, и лет 8 назад, и когда будет возможность, он, и милость Господа, он переведет на английский. И там говорится, как мы должны следовать Гуру Варгу, чтобы понять эту сиддханту. И вот какие-то сахаджи совершают это. Джулан Ятра с Гуру Вишнуприи, но это абсолютно неправильно. Это относится к Радха Говинде, а в Гуру Вишнуприи Лили невозможно найти ничего подобного. Это Випраламха Виграха. Если мы... Ее жизнь очень такая полна страданий и разлуки. Ее жизнь – это олицетворение разлуки. И таким образом Вишнуприя Деви, когда Гуранга Махапрабху принял саньясу, оставил Шачимату и Джагнат Мишра, он умер раньше. И вот какую такую болезненную ситуацию Вишнуприи. Она не может видеть ничего. Она находится в комнате. И никто не мог видеть лотосных стоп Вишнуприи Деви, только Ишан Такур и Вамшиватананда Прабху, они только могли видеть ее. И однажды я сказал, что это наставление Гуранги Махапрабху Вишнуприи, что завтра мое второе тело Шринивас придет и должна полить на него всю свою милость. И Ишан Такур, он пригласил его внутрь дома и Вишнуприя прикоснулась левым пальцем, большим левым пальцем ноги к его голове, и все преданные поняли, что этот Шринивасачарья, он получил милость Вишнуприи. Если мы будем говорить о Випраламхе, Вишнуприи, это очень обширная тема. И вот всю жизнь она плакала и плакала, когда Шачимата ушла, все остальные.
Только Шантакур остался, Шрила Прабхупада говорил. Если мы не получим милость Вишну-Придеви, если я не обрету милость Вишну-Придеви, то будьте уверены, что я не смогу. Избавиться от такого концепции мужчин и женщин. То есть мы не сможем, типа, хорошо, может, какой-то день говорить об этом до тех пор, пока мы не обретем полную милость Вишну при Деве, мы не сможем избавиться от этой концепции идеи мужчин и женщин. И это станет причиной наших проблем, почему мы не можем видеть душу в каждом живом существе. Читати хидаянти, читанти саросамшина, кьянти часу карман, дриштанивамишкари. Это слоко. Махарадж в дальнейшем сможет объяснить, что какова суть этой шлоки. Если мы обретем милость Шуда Сарасвати Вишну Придеви, то никаких сомнений не останется в нашей жизни настоящей Сарасвати. С различных точек зрения Махарадж обсуждает эту тему каждый год. Махарадж много раз говорил о Вишнупри с различных точек зрения, как это душа Сарасвати есть в виде Сарасвати и Шуда Сарасвати. Материалисты, они поклоняются в виде Сарасвати, душа Сарасвати, которая... И это поклонение принесет одни проблемы. If you are going to fix up your heart with Krishna, that kind of teaching can be even excellent teaching. Otherwise, that teaching. Jala vidya yato mayar vaibhav tumar bhajane badha moho janmiya anitya sansare jikke korai gadha. Gadha, you know, you learn Bengali. Oh, how long it will take. И вот Шрила Бхакти, он так говорит, что материальное знание, образование, оно может принести нам какое-то почтение, почет в этом материальном мире, но в итоге мы станем подобным ослом. И какие-то образованные люди, они обижаются. Но это слова Шрилы Бхакти Такура, что материальное образование, оно в итоге сделает вас ослом. Но осёл олицетворяет собой существо, которое постоянно несет что-то, какую-то ношу, тяжелую ношу на своей спине. Почему мы Кришну обвиняем в этом? Если мы сами хотим получить какие-то проблемы, какие-то такие тяжести в нашей жизни. They get puzzled by the mercy of Maya Devi. They like to get dhanam dehi, janam dehi. И вот какие-то люди, они вот повторяют эти мантры, прося у материальной Сарасвати различные материальные вещи, богатство, славу и прочее. А Рагунат Дас Гасай говорит Кришне, что Кришна, если хочешь, забери все, что у меня есть. Если мы будем изучать всю жизнь Вишну-Прии, то мы
получим настоящий пример, как обрести концентрацию на лотосных стопах Гуранги, чтобы обрести Радха Говинда. И вот эта цель. Мы можем обрести как Гурангу, так и Радха Говинду и Махапрабху. У Гауди есть такое двойное благо. Если мы оставим тело, то мы попадем в Гурадаму и также во Вриндаван, Рагунат, Руп, Санатан, Джива. Все они, Шила Бхактина Такур, они все обретают такую возможность. Они показывают нам пример своей жизни, и вот таким образом Пундарик Видьяницхи, он подобен драгоценному камню. И кто такой Пундарик? И вот преданные, они слышали, когда Махапрабху произносит его имя, они были удивлены. И вот потом вскоре этот Пундарик Видьяницхи пришел, он даровал свой даршан. Не все понимают, кто такой Пундарик Видьяницхи. Внешне можно видеть, что он сын какого-то царя. Он из-за того, что родился в семье царя, вел такой роскошный образ жизни. И Гададхар, когда услышал имя Пундарика, он хотел увидеть этого великого преданного, о котором говорит Махапрабху. И Мукунда сказал: «Хорошо, пойдем со мной». И вот Гададхар пошел с Мукундой к этому Пундарику. Они пришли к нему домой, и он увидел, что он живет как какой-то царь. Лежит на какой-то роскошной кровати с белыми подушками, которые цветом подобны молоку, жрет пан. И так с полузакрытыми глазами лежит и жрет пан. И золотая цепь у него на шее, и как-то очень богато одет. И вот Гададхар подумал, что за преданный такой. Мукунда, он понял, что он неправильно понял. И вот он захотел доказать, какой великий преданный этот Пундарик Видьяницхи. Он произнес эту шлоку из Бхагаватам. Как только Пундарик услышал эту шлоку, он стал вести себя таким необычным образом. Он начал говорить: «О Кришна, где же ты?» И он выплюнул свой пан, начал так очень переживать, где же Кришна, и он сорвал себе эту одежду, и начал рвать на себя одежду, и Гададхар увидел, с каким чувством он так какое чувство возникло у него, когда он услышал эту шлоку из Бхагавата. И тогда он решил, что нужно получить дикшу от этого Пундарика. Пундарик, он Вришабхану Махарадж, а Гададхар Радхарани.
никто не понимает этого. И Вишванатха Чакраварти Пад сегодня, и вот Пундарик Видьянити, сколько уважения у него было к Ганге, когда он ходил в Ганге кланяться только ночью, поскольку днем он не мог видеть, как люди неуважительно относятся к Ганге, что-то кидают в нее, плюют, моются и прочее. И поэтому он шел ночью приносить свои полные поклоны Ганге. И когда он совершал арчан, он пил воду Ганге. А почему? А поскольку в арчан подъятие правило такое, что перед арчаном нельзя ни капли воды пить, а он целыми литрами пил воду в Ганге. И как тут понять? So he used to drink Ganga water, then и вот он пил воду Ганге и свою арчану проводил. Мы повторяем эту мантру, но не всегда очищаемся. Then we can become pure. Follow? Any kind of mantra you speak, all is best. А если у нас нет любви к Гуру и Вайшнавам, то что толку от этих мантр? Мы должны изучать и читать о славе великих Вайшнавов каждый день, чтобы обрести их милость, какие великие Вайшнавы ушли в этот день и оставили нас одних в этом материальном мире. Рагунанданачарья, он имел огромную веру в Кришну, хотя он был маленьким мальчиком, и в Катве можно видеть. И вот он предлагал подношение Кришне, но Кришна не ел, и он мальчик, этот мальчик, он плакал. Потом сказал, что будет бить Кришну, если он не съест то, что он ему принес. И вот и Махапрабху спросил у Мукунды, кто же из вас отец, а кто сын? А он сказал, что Рагунандан мой отец, поскольку от него можно узнать, как, что такое бхакти. И вот мы должны слушать о славе Гуру Вайшнавов. И вот Шрила Бхакти Вивека Бхарати Махарадж, он был первым, кто был отправлен в Пурва-Бангла. Пурва-Бангла — это East Bengal, это восточный Бенгал, чтобы проповедовать от имени Гауди Матха. И такие великие личности должны проповедовать. Мы должны видеть на примере его жизни, он все делал для других, и это один из признаков великих проповедников, то, что они не заинтересованы в том, какие пожертвования вы даете им, какое уважение оказываете, и какой почет. Они только делают все для спасения обусловленных душ. И это качество проповедника Бхактивек Бхарати Махарадж. Он говорил Харикатху. И вот в какой-то корпорационном там, поле, ну, какая-то компания выделила ему какое-то место, его там не было микрофона, и он без микрофона говорил Харикатху, и все, кто слышали, они плакали от того чувства, которое возникало в их сердцах Бхактивек Бхарати Махарадж. Он великий преданный. Сиддханти Махарадж, он обычно говорил, он мой Шикша-гуру.
Сидданти Махарадж, Бхактисвароуп Сидданти Махарадж, он говорил, что тот его шикшагуру, что он защищал меня всю свою жизнь. Он написал Удав Сандеш, Бхагавадгиту, комментарий и прочее. И вот мы не можем надеяться, что в каком-то в таком месте даже мусульмане приходили, чтобы слушать его харикатху. Даже мусульмане слушали, и они одобряли лекции, это не харикатха. И вот таким образом Вишванат Чакраватипад, что сказать о Вишванат Чакравати, это очень обширная тема. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами и Вишванат Чакраватипад, и когда Кришнадас Кавирадж Госвами пад, он... писал, что в теле Кришны есть 24,5 этих каких лун. И вот он там писал, что в теле Кришны 24,5 луны. Он 24 он еще понимал, а половина откуда? И вот Камагайтри, если мы повторяем и не медитируем на лотосные стопы Гопала Махараджа Камадева, то наша Камагайтри повторение бесполезно. Любую мантру, которую мы повторяем, гуру мантру, например, мы должны медитировать на эту мантру о Парамгурудеве, например, мы должны медитировать на этого Парамгурудева. Такова система мантра, не значит, что тысячи людей собираются в одном месте и получают от кого-то мантру через громкоговоритель. Нет, мантра это не такое дешевое. Если вы получаете мантру настоящую, по-настоящему в вашей жизни, в ваше сердце, оно буквально разорвется. И Махапрабху, что сказал Ишвари Парипаду? Он говорит, что я не сам плачу и танцую, эта мантра, она действительно мне так. И что делать? О, Гасая, какую мантру ты дал мне, я стал сумасшедший. Ишва Парипад сказал, что да, это настоящий результат этой мантры, которая может свести тебя с ума, ты будешь танцевать и петь имя Кришны, и это успех. И таким образом я хочу сказать так много о нашей Гурварге, но времени мало. Панчака Кутурусы, Кипасы Нилович, Патитана Павла Мукшина, Кирилл.